Когда говорят о моих достоинствах, меня обкрадывают. Когда говорят о моих недостатках, меня учат. Да, это верно. Везде так сказано в Кабале, что, конечно, друг тот, кто в связи с которым ты обнаружишь свои недостатки, потому что таким образом он помогает тебе продвигаться вперед. А те, кто тебя хвалят, они тебя ослабляют дорогу, они тебя как-то заполняют ненужным совершенно ощущением превосходства, совершенства и так далее. Так что ничем не помогают. Те, кто показывают, не обязательно на словах, но те, рядом с которыми ты испытываешь свои отрицательные свойства, среди них ты и развиваешься. То есть, получается, тем, с которым тебе неуютно. Да, там ты и развиваешься. Да. То есть, друг — это не тот, с которым ты чувствуешь себя комфортно, что мне хорошо с тобой, мне приятно и так далее. Нет, наоборот. Друзья — это те, среди которых ты чувствуешь, что ты обязан сделать усилия, приближаться к ним, они тебя якобы и отталкивают и так далее. То есть все, что тебя мобилизует на подъем над собой, это твои настоящие друзья.